Всем привет! На ваших экранах программа «Калейдоскоп». И пока моя подруга Марина нежится на берегу моря, развлекать вас рассказами о жизни нашего города, я буду в гордом одиночестве. Несмотря на то, что моя подруга сейчас, в отличие от меня, отдыхает, свой вклад в создание этой программы она все-таки внесла. В Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике открылась новая выставка, рассказывающая о культуре Гомельщины. О ней вам расскажет Марина Комиссарова. Интерес к историческим корням, фольклору и культуре своего народа в последнее время становится все сильнее и сильнее. Очередным свидетельством тому стала выставка, которая приехала в Рязань аж из Беларуси. Музей Гомельский дворцово-парковый ансамбль – один из крупнейших и наиболее авторитетных в Республике Беларусь. Он является научно-методическим и консультационным центром по организации работы музеев всей Гомельской области. Вот оттуда и приехали во дворец Олега Рязанского Кремля предметы народного быта и костюмы Гомельского края. В Беларуси в первую очередь это доминируют узоры геометрические. И это те узоры, которые прослеживаются вплоть до бронзового века, если смотреть вглубь веков. Поэтому эта традиция очень древняя и жива до настоящего времени. У нас есть несколько центров, где до настоящего времени сохраняется ткачество. Выставка «Земля под белыми крыльями» – уже третий совместный проект Рязанского музея-заповедника и музеев Республики Беларусь. Ранее, в прошлом году, состоялось открытие выставки «Святые лики белорусской народной иконы» из Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта. В апреле этого года в Рязанском Кремле ко Дню Победы открылась выставка «Летопись Брестской крепости» в фотографиях из мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Мы очень рады встречать у себя в музее выставку из дружественной нам Белоруссии, из музея, из фондов одного из крупнейших музеев Республики Беларусь, Гомельского дворцово-паркового ансамбля. За последнее время это третья белорусская выставка в нашем музее. Вообще Рязанская область, вы знаете, имеет тесные связи с Белоруссией и развивается не только по линии экономики, но и культуры. На этой выставке можно увидеть около 300 музейных экспонатов. Это иконы 19-го, начала 20 века, бытовые вещи, предметы из коллекции народного ткачества. Основу ее составляют рушники, женские и мужские рубахи, юбки, постилки, скатерти. Формирование коллекции происходило долгое время в ходе этнографических экспедиций в разные регионы Гомельской области. Два рушничка висят. Это уже регион, район Гомельский и Добрушский. То есть там есть своя специфика в орнаментике. По костюмам, если мы пройдем просто по выставке, то я могу вам сказать, какой костюм в каком районе бытовал. И вы можете сами обратить внимание на детали, увидеть, что они очень разные и не похожи друг на друга. Предметы из экспозиции уже побывали на выставках в Москве, Калининграде, Курске. Как особо подчеркнули представители Гомельского музея, цель выставки не столько показать различия, сколько подчеркнуть общее в культуре русского и белорусского народов. На этой выставке представлена этнография, назовем это общим словом, которая имеет региональную привязку. Это Гомельская область. Кроме того, у нас есть отдельные регионы, которые имеют характерное и ткачество, и национальный костюм, народный костюм. И все это представлено на этой выставке. Стоит также отметить, что в эти дни в Гомеле работает выставка древнерусского лицевого шитья 15-18 веков из фондов Рязанского музея-заповедника. Уже известно, что экспозицию белорусские ценители искусства приняли с восторгом. Еще одно заметное событие уходящей недели – предпремьерный показ второй части мультфильма «Гадкий я», прошедший в кинотеатре «Киномакс». Зрителей, помимо показа долгожданной премьеры в уникальном формате IMAX, ждал настоящий праздник. Кинотеатр «Киномакс» в торговом центре «Премьер» вновь порадовал рязанцев возможностью раньше других увидеть долгожданное продолжение мультфильма «Гадкий я». Злодей Грю со своими очаровательными миньонами запомнились зрителям еще с 2010 года, когда вышла первая часть мультфильма. Так что теперь все с нетерпением ждут, что же на сей раз устроит Грю. Я ожидаю, что Грю захочет украсть что-то еще, кроме Луны. И, может быть, и у него это получится сегодня. На сей раз Грю в воровстве замечен не был, наоборот, его пригласили в суперсекретную организацию, призванную защитить мир от зла.
Вместе с Люси, красоткой-суперагентом, Грю должен выяснить, кто стоит за серией грандиозных преступлений и куда исчезают его милашки-миньоны. Удивительно, но на предпремьерном показе были и те, кто еще не успел познакомиться с героями этого мультфильма. Но по рассказам своих знакомых, они догадываются, что от второй части можно ожидать только позитивные эмоции. Для этого они сюда и пришли. Получить хорошее настроение, вот поднять, чтобы прям было здорово, чтобы было весело и смешно. Я просто первую часть не смотрела, поэтому для меня просто загадка, что сейчас будет. Если содержание мультфильма пока неизвестно, то в качестве и невероятных эффектах сомневаться не приходится, ведь предпремьерные показы Киномакс проводят в уникальном формате IMAX, что само по себе является поводом посетить этот кинотеатр. Предпремьерный показ в IMAX – это всегда праздник, потому что сам по себе проект уникальный, и, собственно, это единственный уникальный зал в Рязани, да, в нашем кинотеатре Киномакс, который доставляет такое невероятное удовольствие от ощущений, полученных при просмотре кино в формате IMAX. Поэтому он удивительный, таких больше нет, по крайней мере, в Рязани. Рязанцы уже привыкли, что предпремьерный показ в Киномаксе – это еще и настоящий праздник для взрослых и детей. Аквагрим, бесплатная сладкая вата, прохладительные напитки и уже ставшая традиционной викторина с памятными подарками. Самые маленькие приняли участие в танцевальном флешмобе, их обучили танцу маленьких миньонов. Ну а после фотосессии все отправились в зал смотреть долгожданную премьеру. После окончания сеанса недовольных не было. Фильм действительно очень интересный, особенно для детей. Племянник был в восторге, поэтому все то, что происходило, ну и фильм сам, он, конечно, весь в восторге, весь счастлив, доволен, что его сводили на, тем более, на премьерный показ. Мультфильм мне очень понравился, он очень добрый, с глубоким смыслом, собственно, не хуже, чем первая часть. Дети тоже были в восторге, я слышала возгласы в зале, все смеялись, было весело, много доброго юмора, ну и побольше таких мультиков. Очень интересный, очень классный и такой захватывающий мультик, мне очень понравился, особенно вот Шварценеггер там классно сыграл. Напомним, что это был предпремьерный показ, ну а премьера мультфильма «Гадкий я 2» прошла в России 15 августа. Так что погрузиться в мир приключений вместе с Грю и его друзьями теперь можете и вы. Все мы знаем, что театры бывают разные – драматические, кукольные, театры юного зрителя. Но наверняка мало кто знает о том, что существуют еще и театры сценического боя. В следующем сюжете мы попытаемся разобраться в том, что же это такое. Если бы отдыхающие в Центральном парке культуры и отдыха в один из солнечных августовских дней свернули с прогулочных дорожек вглубь парка, то наверняка решили бы, что они прошли через временной портал и очутились в прошлом. Хотя на самом деле они стали бы свидетелями самой обычной тренировки в театре сценического боя «Сферон». Но исторический костюм, артистизм и мастерство, с которым работают его участники, могут обмануть кого угодно. Ведь театр сценического боя – это нечто среднее между секцией боевых искусств и клубом исторической реконструкции. У нас нет такого, что как клуб реконструкции, допустим, они делают либо Русь, либо античность, либо что-то. У нас такой обширный вариант, очень гибкий. Все это базируется на технике рукопашного боя, реально. У нас в коллективе все бойцы, рукопашный бой, борьба, восточное единоборство и европейские виды. Так как бой с оружием, я не скажу даже фехтование, а бой с оружием, штурмовой бой, он включает в себя как рубящие-режущие, дробящие, колющие удары, так удары руками-ногами и борьба. Андрей Медведев, руководитель «Сферона», такой сценической боевой деятельностью увлекся сразу после армии. Сначала выступал с братом, потом создал свой коллектив. Сущность требует этого занятия. Без этого нельзя. Возникают какие-то идеи, возникает физическая потребность, возникает потребность работы с людьми. То есть, ну, я долго служил, сейчас на пенсии, и здесь идет такой адреналин, как даже в какой-то экстремальной ситуации. Идет адреналин этой ситуации, потом идет расход этого адреналина. Занятия в театре сценического боя более реальны, чем в клубах исторических реконструкций, и даже более реальны, чем в спортивных секциях. Андрей Медведев считает, что сегодня подобные навыки зачастую помогают выжить. Это не раз спасало жизнь и здоровье. И мой сын тоже в этом участвует, даже с раннего детства ему приходилось защищаться уже на улице. Когда он, к счастью, уже овладел, я сразу его с ранних лет учил двигаться, и не знаю, что бы было, если бы я его не учил. Вот. Плюс
бою, как в сценическом, так и в реальном, достигается состояние духа. Это особое состояние, это творческое состояние. Начинается видение. Даже вот параллельно я занимаюсь изобразительным искусством, и это соприкасается. Потому как я, например, отрицаю слово «фантазия». Фантазии, ну, не должно быть. Это все вымучено, нафантазировать можно что угодно, а именно видение, когда ты увидел ярко и вот это воспроизвел, это истина. Такой же истины ты достигаешь в бою. Это тебе позволяет творить невозможное. В театре сценического боя занимаются как реконструкцией реальных боев различных эпох, так и театрализованными постановками, юмористическими и трагическими. Ну, а многие занимаются здесь из любви к боевым искусствам, ведь это просто великолепная тренировка практически в реальных условиях. Считаю, что у него одна из лучших техник, какие бывают вообще. Это человек, который, с которым приятно сражаться, вот, и видно технику, что там мы сражаемся и не пропускаем практически ударов друг по другу, и это, ну, круто. Но, пожалуй, самое главное, что эти люди нашли свой путь. К сожалению, сегодня немногие могут этим похвастаться. Вообще, боевое искусство изначально, любое, это путь какой-то определенный, да, и есть, как бы, много людей, которые, ну, у которых нет пути. Вот. И когда они находят этот путь в чем-то, да, кто-то в рисовании, кто-то в музыке, кто-то, вот, как мы, в боевом искусстве, в театре показательных выступлений, вот. Это здорово, потому что человек без пути – это получеловек, можно сказать. Найти свой путь можете и вы, и если в вашей душе спит боец, то в театре сценического боя «Сферон» найдут мирное применение вашим способностям. Вот и наступил август, пора долгожданных арбузов и дынь. Сегодня все чаще обращают внимание на то, как правильно их выбирать. Ну а мы расскажем вам о пользе этих удивительных ягод. Действительно, арбузы и дыни относятся к ягодам, причем невероятно полезным. Так, например, арбуз содержит витамины С, В1 и В2, а также фруктозу, никотиновую и фолиевую кислоты, пектиновые вещества и клетчатку, соли магния, калия, железа, марганца и никеля. Эту зеленую ягоду можно квасить, сушить, готовить из нее коктейли, десерты, закуски, варенье и салаты. Но съедобно в арбузе не только мякоть. Общеукрепляющим действием обладают арбузные семечки и даже корни. А из сушеных корочек арбуза делают отвар, способствующий выведению жидкости из организма. И варят варенье. Как говорится, и вершки, и корешки – все в арбузе полезно. Не отстает от своего собрата и нежная солнечная дыня. Ее используют в лечебном питании при малокровии, сердечно-сосудистых заболеваниях, болезнях печени и почек, а также подагре и ревматизме. Богата питательными веществами и дынная кожура. Эта ложная ягода, как называют ее специалисты в области ботаники, изобилует все той же фолиевой кислотой, витамином С, минеральными солями и бета-каротином, отвечающим за красоту кожи и волос. В Средней Азии дыню подают во время или после основной еды, так как это лакомство способствует пищеварению. И наоборот, употреблять желтую красавицу натощак не рекомендуется. К тому же дыни и арбузы малокалорийны, поэтому подходят для тех, кто хочет избавиться от лишних килограммов. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Спасибо, что были с нами. Увидимся ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. Эксклюзивно только в салоне красоты Византия. Биозавивка и долговременное выпрямление волос ProShape от Italy Hair Fashion. Ультрамодная гладкость или дивные локоны. Теперь выбираешь ты. Салон красоты Византия. Площадь Полетаева, торговый центр Кристалл, второй этаж. Телефон 99 26 92.